Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Нарежный. В своей следующей лекции я расскажу вам о налоговых рисках лицензионных договоров. С лицензионными договорами не так часто, но приходится сталкиваться очень многим юристам. И важно знать, какие именно налоговые риски влечет за собой заключение и исполнение договора, и как эти риски можно минимизировать, включая или наоборот, не включая определенные нормы в договор, или выполняя какие-либо действия при исполнении или заключении этого договора. Об этом, обо всем я расскажу в своей лекции. Смотрите на видеоконсультант.